Итак, что же такое Burp? Это та монета DeFi, которая вам действительно понравится. Почему это так? Дело все в том, что Burp стремится стать многофункциональной и удобной криптовалютой, которая вознаграждает всех своих, соответственно, держателей. То есть вам выгодно быть холдером данной монеты, за это вы получаете, как я говорил, именно бонусы. Также важно, что эта платформа на Binance, Binance Smart Chain, соответственно, то есть мы, получается, что можем торговать данной монетой на PancakeSwap, на данной бирже. Также, что еще важно? Важно, что вы можете, как я говорил, зарабатывать на данном проекте Burp. Что для этого нужно? Нужно пройти три простых шага. Первое, это то, что 5%, собственно говоря, токенов в пуле будет ежедневно, токенов Burp имеется в виду. И каждые 24 часа любой владелец может производить действие, чтобы, так сказать, осушить бассейн. Вот. И важно понимать, что только один человек это может сделать, поэтому нужно действовать быстро. Также пользователь, который успешно опустошил пул, получает 1% от истощенных токенов Burp в качестве награды. То есть это так называемое вылупление гнезда, так они называют данную штуку. И далее держатели получают вознаграждение, то держатели все равно могут заработать, даже если они не смогли произвести данную операцию. Вот. То есть каждые 3 дня 250 лучших держателей автоматически получают 48 от упавшей Burp, остальные 51% расходованных токенов будут навсегда уничтожены. Вот, ну и также некоторые функции есть у проекта Burp, это Burp Swap. Ну, Burp Swap, я думаю, понятно, что такое. Swap — это обмен, соответственно, это обмен монетами, да, по сути, аналог JustSwap, Uniswap, PancakeSwap и так далее. Также управление сообществом тут тоже есть, награда держателям, ну, я это уже рассказывал, повторять, пожалуй, нет смысла. Также активные разработчики, соответственно, у них есть опытные разработчики, что, конечно же, является плюсом для данной команды и для проекта в целом. Также у них есть частные транзакции и безопасные платежи, это тоже, конечно же, очень и очень важно. Ну и, как я говорил, тут есть, опять же, такие функции мгновенного обмена, для этого нужно подключить свой кошелек и, по сути, заниматься уже торговлей. Ну и важно понимать, что здесь нет требований KYC, подтверждения личности, что, конечно же, очень хорошо для, в принципе, всех любителей криптовалюты. Также можно отправлять монеты через Twitter, Twitch, WhatsApp и так далее, что тоже, конечно же, является явным преимуществом. Вот, то есть это, безусловно, очень и очень хорошо. Ну, что еще можем ответить? Ответить то, что у них есть программа бета-тестирования, можно к ней присоединиться, но я не буду это открывать. Для тех, кто интересуется, может сам это все уже сделать. В общем, проект, как у меня, довольно интересный. Можете с ним, опять же, таки ознакомиться уже сами более подробно. Я рассказал про основные данные. Вот, ну, а детали уже узнавайте сами. То есть, опять же, у них есть разные соцсети. Давайте покажу Twitter, например. Вот, и, соответственно, там вы тоже найдете уже больше деталей. Ну что ж, спасибо всем за просмотр и до встречи.